What is happiness for you? Вот какое у нас получается видео, лаборатория. Никодянок в монастыре, да? Реально видно, что это какая-то... Да. Снимай, будем стараться в кадре держать то, что важно. Где? Ничего нигде. Вот здесь пауза. При повторном нажатии. Да. Сейчас идет запись, да? Да. Знаешь, смотрите, на сегодня я отложил, у нас получилось, только сейчас есть возможность поговорить. Сейчас мы эти чашки будем мыть, но лучше всего было, вот смотрите, когда я вот эту чашку брал, она была чистая. В процессе транспортировки видим, вот здесь уже пошло осеменение. Здесь какой-то растет мицелий и... Фактически, какую ошибку мы здесь видим? То есть, неважно, хороший у нас мицелий, вырос он, не вырос, испортился. И здесь приблизительно на торце, да? Мы видим что-то серое. Что-то другое. Да, здесь, наверное, что пошло какое-то инфицирование. Но фактически по этой чашке что мы можем сказать? Где ошибка? Вот. Ошибка в том, что если мы неправильно маркировали чашку, независимо от того, хорошая у нас, плохая, зеленая или выросла, но если у нас нет маркировки, эта чашка для нас получилась откос. Потерянная. То есть получился, независимо от того, что она хорошая, она получилась для нас все равно мусор. Теперь, значит, вот что я хотел, почему я держал вот эти чашки для того, чтобы полноценно их вскрывать, чтобы мы смогли общаться, озвучить, что на них происходит, для того, когда вы начинаете заниматься микроэкологией, вам нужно просто научиться. Для этого вы должны полноценно сами научиться читать вот такие вещи, что здесь происходит. Как видим, вот тут то, что у меня на канале, вот на шапке лежит, вот видите, высохший какой-то гриб, название которого я не знаю. Написано, что вешенка лимонная. Заклеена, она уже не стерлась. Вот. И он какой-то имел рост, ну, от старости чашки. Смотрите, саму чашку стараемся, если держать, и, например, мы берем ее в руки, видите, она вот издает вот такой звук. Это, скорее всего, что чашка имеет, вот из-за чего я рассказываю. Сифонит. Когда, да, она сифонит, то есть она плотно не прилегает. Это уже вопрос к производителям, то есть они не... Внешний вид – это чашка Петри. Практически бракованная. Бракованная. Подсасывает и уже, соответственно, может вот, быть инфицирована. Да. Поэтому, если мы, вот, например, идем покупать вот эти чашки, то принесите мне, пожалуйста, 100 штук, а мне нужно 10. Я возьму вот эти чашки, буду искать те, которые не должны вот так делать. Поэтому мы потом открываем ламинарный шкаф, и все, и подсифонило, и попала инфекция. Если ставим чашку, то... По крайней мере, учимся вот так вот делать, что для того, чтобы чем поменять. Давайте я так снимаю. Хорошее получится сейчас у нас такой материал. Смотрим дальше. Сейчас попробуем. Что? Хорошая чашка? Тоже чуть-чуть имеет. Но чуть-чуть. Вот здесь мицелий был выращен. Теперь смотрите, вот это чашки, на которых я пробовал вырастить вот этот японский опенок. Значит, смотрите, что мы на ней видим? Вот тут плесень шурмучит. Значит, смотрите, когда я положил вот эту палочку, я ее, скорее всего, вот так вот прокатывал. Где прокатилась палочка, осталось вот такой вот шлейфик непонятно чего. То есть, скорее всего, делаю вывод о том, что вот эта палочка, которая была сюда брошена, она инфицирована. Кроме самой палочки, на этой чашке есть присутствует какой-то еще посторонний рост. Когда производитель ее делал, то сделал ее не совсем чисто. Еще отдельный вариант. То есть, опять же таки, ошибки какие? Маркировки нету. Что за палочка, мы сейчас не знаем. И самое главное, вот черное пятно. Черное пятно. Непонятно это скорее, чего, да? Да, это скорее всего говорит, что мне нужно
отодвигать все шкафы и сделать дезинфекцию за шкафами по углах. Я говорил, проблема в том, что в лаборатории у меня или пенопластом обшить стену. Из-за того, что постоянно варится и что-то греется, конденсат садится на стену, и на стене развивается вот эта черная фигня. По большому счету, скажем так, у грибов, видите, как у них все устроено. То есть, никто не лезет в чужой монастырь со своими правилами. То есть, у этого черного свои правила, у этого белого свои правила, каждый занимает свою территорию, и как бы один другому не вредит. То есть вот это черное, по большому счету, скажем так, это грязная работа, это ошибки в производстве, но, скажем так, если этот мицелий высевать на блоке, то, скорее всего, на урожайность оно мало повлияет. Это гриб, который, как сказать, немножко из другой области. А рискнуть вырезать с нее и на... Это не рискнуть, это вполне нормально. На пробирку дать, при том, что сейчас где-то мы наткнемся на ту чашку, из которой будет, в которой мы сейчас найдем этот шиитаке, который так полубраковано, это вам будет домашнее задание. Даже не вам. Что значит вам? Вам это кому? Это никому. А это будет задание именно Кирилл. Вот Кирилл будет этим заниматься, и я буду вот у него спрашивать, на каком этапе он... В этом процессе он мне должен будет, здесь что видим? Вишенка лимонная, да. Какой-то такой туманно непонятный мицелий. Понятно, что вот эти все точки, вот тут зелень какая-то попала. Естественно, что сам мицелий не позволяет ей вырастать. Очень такая читабельная, очень интересная вот такая вот чашка. Значит, видим, что она, понятно, что была инфицирована. Угу. Вот по той же, скорее всего, причине, смотрите, вот здесь она лежит плотно, а по этим частям стучит. Вот, то, скорее всего, где-то подсосало воздух, вот эти зеленые точки попала триходерма, но в данном случае, значит, что она не позволила мицелии ей там особо развиваться, но мицелий вешенки есть. Скажем так, для выведения там чистой культуры этого мицелия можно взять, к примеру, петлю. То же самое ее прожечь, зацепить вот где-то мицелий, скажем, в этом месте, где он более чистый, зацепить, внести, например, в пробирку, посмотреть, что из этого происходит. То есть, но однозначно однозначно, что смысл будет только в том, если мы таких вот, например, пробирок сделаем, ну, хотя бы 3-4 несколько. Если одно сделаем, то в этом нет никакого шанса смысла. Мало. Да. Визуально то, что будет выглядеть, что там что-то растет белое, это совсем будет не означать, что оно качественное. Опа. Так, что? Я нажал сюда, случайно, не знаю, сработало. Нет, запись идет. Угу. Да, открываем дальше. Что у нас? Еще. Опять же, та самая история. В процессе маркировки обработки маркировки нету. Теперь мы не знаем, что это лежит. Ну и понятно, здесь инфекция. Очень конкретно, да, это бактериологическое оружие. Вот эта чашка однозначно просто идет на выбраковывание. Да, это без вопросов. Мы сейчас и будем ее сваривать, заваривать. То есть понятно, что из нее вообще никакого смысла нет. Это что было? Вот контроль 8.1. На этой чашке мицелий. Да. То есть клетка гриба вообще сюда не попала. Контроль. Это когда отсевалась 8.1 культура. Бывает такой случай. Было сделано три таких чашки. На одной чашке, ту, что мы сеяли, где был белый мицелий, это одновременно из одной емкости был сделан посев. То есть одно мы раскинули в банки, а вот одна из этих трех, то есть вообще не дала никакого роста. Почему она позеленела? Ну, приблизительно можно так, скажем, да. Ну, можно где-то так найти ответ, но опять это металлургическое оружие, которое нужно уничтожить. И берем дальше. И вот,
Еще, вот она наконец самой попалась. Здесь есть маркировка, написано, что это шиитаки. Здесь лежит очень хорошая палочка. Как видим, что сама вот чашка, видим, да? Бывает такое, когда она почти не стучит. То есть хорошая чашка, но несмотря на то, что она хорошая, она тоже инфицировалась по каким-то причинам. То есть здесь видим, что кругом инфекция, но очень интересный и хороший рост самого мицелия. Здесь вот эту палочку мы видим. Можно засеять. И да, и честно говоря, скажем так, нужно быть великодушным. Правильно, в отношении той жизни, с которой мы имеем, то есть мы сейчас выступаем относительно вот каждого вот здесь, кто находится, мы в роли кого? В роли Бога. Них. То есть их только жизнь в наших руках, да, их жизнь, их жизнь в наших руках. То есть только от нас сейчас зависит решение, что мы с ней делаем. Или мы ее сварим сейчас кипятком, выбросим, или мы попробуем все-таки оставить ей жизнь. Но когда она подает вот такие большие надежды, и вот лично у себя в лаборатории, как бы своим архи такой задачей, которой я занимаюсь в лаборатории, я хочу исследовать один вопрос. Наличие иммунитета у грибов. То есть эта культура шиитаки, она имела контакт с культурой какой-то инфекции. Но смотрите, инфекция не заняла ее место, правильно? Угу. То есть вот эту чашку мы выбрасывать не будем. Мы от нее возьмем вот эту палку, посеем на чистую агаровую среду и будем наблюдать, даст она инфекцию на этой чашке или даст чистый рост. И по тому результату, который будет происходить, мы делаем какие-то выводы. Значит, из всего этого, что мы делаем? Вот это, смотри, как ставим чашку? Не так, не так, видишь как? Угу. Ставим это на потом. Лимонная, получается, лимонная, лимонная, смотри, у нас есть чистая. То есть мы с этим возиться не будем. По идее. И это все выбрал брак. Значит, кроме, мы... если так, если была бы необходимость, то лимонной можно было бы попробовать, да, поиграться? Скажем. Ну, можно, да зачем? Есть у нас, в данном случае... у нас есть чистая банка. То есть лучше всего сделать нормальную среду и взять оттуда, отсеять. То есть это все. Значит, смотри, вот это все сейчас мы чистим, снимаем вот эти маркировки, снимаем скотчи. Это все идет на промывку. Вот эти чашки. Опасность в лаборатории все это чистить, это не... Да, и конечно, что есть. Есть, есть. Это бактериологическое оружие. Это мы сейчас будем специально применять вот способ, как исключить попадание вот этих спор в лаборатории. Вот к чему я веду, что рано или поздно у вас вырастают вот эти специфические вот эти вот вредители. Если вы что-то неправильно делаете в лаборатории, они, вы вскрыли вот эту чашку, она садится на стены, на потолок, на лампу, на окно и все остальное. И поэтому на начальном этапе вроде все выглядит чисто и феерично, а вот потом начинаются будни настоящего грибовода, когда вот эта вся штука начинает вылезать у нас. Теперь смотри, Кирилл. Вот специально вот эта чистая чашка, ну, скажем так, условно чистая, там, в процессе транспортировки, это уже пошла вот инфекция вот здесь. Mm-hmm. Вот. То я специально вот эту чашку брал для того, чтобы вам показать способ лабораторного соскоба. Как отбирается чистая культура, которая в дальнейшем мы делаем из нее вот этот флакон. Такой флакон с клетками, который здесь находится, 100 мл, он стоит $200. Поэтому смысл учиться и уметь вот это делать есть очень большой. Если из этого флакона отбирается, например, культура клеток в шприц, то такая культура стоит $40. Это для того, чтобы вы понимали. То есть в системе, скажем там, продажи культуры и всего остального, приблизительно все выглядит таким образом. То есть 10 мл клеток стоит $40, такой флакон стоит $200, такая культура стоит $40, это культура клеток. Если человек хочет себе ее заиметь, то чтобы вы знали, что эти вещи приблизительно вот так. И такая банка стоит 20. Из этой банки получается 55 кг рабочего мицелия.
чтобы вы себе знали в дальнейшем. Теперь смотри, Кирилл, сейчас мы будем из этой чашки собирать клетки, и это мы никому не покажем. Выключай, пожалуйста. Все, кунец.